Сам. Так, я еще хотела сказать, что я наконец-то купила себе свои таблетки от аллергии. Такая история. Я когда ходила по аптекам, во-первых, мои таблетки почему-то подорожали. Они стали с 300 рублей стоить Сюда можно, 400. куда память мою? Недостаточно места. Удалите компонент или программу, которые вам больше не нужны. Повторите попытку. Давай разберемся позже. Сейчас, подожди, пожалуйста. Так. Я сейчас убегаю помогать ребенку чистить память, если у него не получится. Я надеюсь, у него самого получится, он уже и сам это умеет делать. В общем, мои таблетки подорожали. Они стали стоить одна пластинка 450 рублей, а не 300, как это было раньше. А, вот, а, ни в одной аптеке не было моих таблеток почему-то. Вот в одной только были, и то я говорю, вот они подорожали. Я, короче, купила в другой в этой аптеке, где они подорожали. Но они там были хотя бы за 450. И такая история, что мне везде пытались в аптеках, в которых не было моих таблеток, предложить мне другие таблетки. Они, в принципе, аналогичны. Вот только стоят они почти 700 рублей. Разница, да? Ой, почти 800 рублей. Там 700 с чем-то, почти 800. У них резко как-то подорожала цена с 300 рублей до 650, где-то так, вот. И сейчас они стоят почти 800 рублей. Ну, типа, и мне все пытаются их продвинуть. Я тут возмущаюсь, что они с 300 подорожали до 450, и вы мне сейчас предлагаете аналог их, который сейчас почти 800. Ну, ребят, это как бы, ну, чересчур, это зашкварно. Я, конечно, понимаю, может быть, все миллионеры вокруг меня, вот, но я-то нет. И для меня, как бы, это, ну, весомая цена. И я не хочу аналог. Мне идеально подходят эти таблетки. Я аналог не хочу. Я их принимала в свое время, мне они не очень зашли. И я перешла на другие таблетки с врачом, она мне пересадила на другие таблетки, которые мне вот эти вот, которые я сейчас о них говорила, да, что они подорожали, и теперь 450, для меня они лучше всего помогают, лучше всего подходят, я другие не хочу. Мне не нужен аналог. Я, если есть возможность, я лучше куплю те, что мне подходят идеально, чем она. Аналог это крайний случай. Да твою ж дивизию, да уйди ты, кот. Чё ты залез на стол? Все, помогает тебе?